И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Прежде всего хочу принести свои извинения за то, что не загружал новые видео на свой канал вчера, да и сегодня, в общем-то, запоздал загрузками новых видео. Просто был занят. Ну что ж, давайте, впрочем, приступим к главной теме данного видео, без предисловий. Чему же оно посвящено? Оно посвящено внеочередному беспределу, совершаемому представителями армянства на юге России, а если быть точнее, в Ростове. Многие из вас помнят, когда не столь давно я говорил о том, что один из представителей армянства совершил убийство академика. Эти же самые представители армянства с пеной у рта спорили о том, что он является молдаванином и так далее. Все вы это помните. Ну так вот, то, что я представлю вашему вниманию сейчас, тот факт, который представлю сейчас, уж точно невозможно свалить ни на молдаван, ни на представителей иных народов. Вот эта статья. Статья вышла на Лента.ру. Российский солдат стал серийным насильником и убийцей. Обратите внимание, что пишут. Российский солдат. Как всегда, на российских СМИ, именно когда зверство совершает один из представителей армянства, стараются не писать его национальную принадлежность. Если это делает чеченец или азербайджанец, или молдаванин, зачастую, скажем так, указывается его национальная принадлежность. Но в данном случае, как вы видите, это не пишется. Потому что, ну как можно написать в российских СМИ о представителе армянства? Это невозможно. Впрочем, для того, чтобы не быть голословными, приступим. Как говорится в сообщении СКР России, Давид Сарабашан задержали в подозрении в изнасиловании и убийстве 20-летней женщины в Ростове-на-Дону в октябре 2018 года. То есть его задержали за одно убийство. Но когда стали расследовать, все оказалось крайне намного ужаснее. Так как его жертвами были не одна женщина, далеко не одна. В дальнейшем пишется, что жертвами данного убийцы были женщины, начиная с 27 лет и заканчивая 32 годами. Что интересно, в этой же статье пишется о двух, я бы сказал, случаях, которые не входят вот в этот возрастной диапазон. Потому что первой жертвой данного маньяка в ноябре 2001 года была 16-летняя девушка на хуторе Ленинован Мясниковского района. Он изнасиловал и убил ее. А в июле 2003 года 41-летняя женщина на улице Малиновского в Ростове-на-Дону. Интересно. Этого мало. В 2015 году на улице Петренко в Ростове-на-Дону напал на 29-летнюю женщину, но она сумела оказать ему сопротивление и избежала изнасилования. Ну что можно сказать? Силачи только на женщин, и то не на каждую. В ходе следствия Сарабашана направили на экспертизу, которая выявила у него расстройство сексуального предпочтения в виде садизма. Вот это интересная составляющая, и я объясню почему. Вспомните маньяка,
который, скажем так, был обувщиком, назовем так, который изнасиловал 150 несовершеннолетних девочек. Все помнят этот скандал, он тоже был на юге России. Вот это почему-то, эта черта садизма крайне выражена. Я не говорю в армянском народе, а в армянстве. Давиду Сарабашяну предъявили обвинения в изнасилованиях, покушениях на изнасилование и 5 эпизодов убийства. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Почему? Я сейчас хочу акцентировать ваше внимание на одном факте. Первая жертва была в 2001 году. Сейчас 2018, 2020. Вопрос у меня простой. Есть ли уверенность, что только 5 жертв пали от рук данного, назовем так, мясника? 5, видимо, только доказанных случаев. Я очень надеюсь, что в момент, когда он будет проводить время за решеткой, я очень надеюсь, что не будут обнаружены дополнительные жертвы. Очень бы хотелось бы в это верить, но не верится. Потому что если он страдает вот этой чертой садизма, то согласитесь, мало верится, что жертв только 5. С 2001 года. Как-то так, дорогие друзья. Теперь в связи с этим фактом мне бы хотелось задать вопрос именно представителям армянства. В особенности бывшему работнику прокуратуры Ростовской области Льву Валяну. Может быть, он займется расследованием данного убийцы? Или нет? Своего копать не будет. Как-то так, дорогие друзья. Сегодня я еще прокомментирую видео одного из наших так называемых армянских оппонентов, чьи видео, честно говоря, я не люблю комментировать. Но в данном случае я сделаю исключение. Речь идет об Артеме из Соединенных Штатов Америки. А также я прокомментирую, кое-какой комментарий, который был сделан одним из представителей армянства под одним из своих же видео. На этом все, дорогие друзья. Не пропустите следующее видео. Всем до свидания, всем пока. Всегда ваш Сеидов Камран. До свидания.